Несколько лет тому назад возник этот город. Городской парк культуры и отдыха. Мы это место уважали и в какой-то степени берегли. И до сих пор у нас хорошие воспоминания с тем временем. А потом уже, когда началось закрытие, все такое, ограждения эти многие сняли. Вот, и на этих полях там и скот, и люди, и все было. Знаете, Майлысо считается одним из самых загрязненных городов мира, потому что у нас в городе в свое время аккумулировали отходы от добычи урана. Река Майлысо, она используется преимущественно населением для орошения. Ток реки, да, он будет распространяться уже на всю Ферганскую долину. И, соответственно, когда какие-то радионуклиды попадают в эту воду, они уже мигрируют по течению реки вниз. И, соответственно, они за достаточно маленький промежуток времени, практически это будет несколько часов, они уже пересекут границу Узбекистана. Cannot be excluded that during an earthquake event the dam will collapse. So, and the radioactive material from this tailings pond could spill out into the valley of Mailisu, and this would be a catastrophe for the valley and the Fergana valley downstream. The cost estimate for the relocation of this material is approximately 22 million euro. So if you ignore this problem, it could cost 10 or 100 times more. Мы убедились в том, что здесь есть предприниматели, у которых отличные идеи. Да? Один хочет электрические станции построить. Другой хочет рыбу ловить и здесь рыбную фабрику открыть. Третий, он строительный материал, хочет произвести, который можно использовать по всему Кыргызстану. И, конечно, после того, что мы тут все очистим, после того, что здесь природа будет чистая, я уверен, что это будет интересно для туристов. Потому что места здесь замечательные, здесь очень красивые горы, тут природа очень такая привлекательная.